Прежде всего, хотел всех поприветствовать. Субботний зимний день. Мы сегодня посещаем и работаем в Дмитровском районе. Говорят, приятное с полезным. Мы не сильно увлекаемся, может быть, катанием, но важно понять настроение людей, жителей, как работают склоны, как работает курорт, чего в достатке, чего не хватает, что, какие пожелания есть. В последнее время, хорошо известно, большое количество наших жителей остается отдыхать в России, особенно в Подмосковье. Вот новогодние праздники показали неимоверное количество машин на всех курортах Дмитровского района, не только Дмитровского. Очевидно, что Подмосковье должно предоставить максимум для того, чтобы отдых был цивилизованным, комфортным. И гостиницы, и рестораны, и по качеству питания, и по ценам. Вот хотелось бы сегодня обменяться мнением, поговорить, подумать, что мы совместно можем сделать для того, чтобы отдых стал и доступным, и комфортным. Мы в 2015 году особое внимание уделяем поддержке малого, среднего бизнеса, стараемся доказывать конкретными решениями в рамках регионального бюджета, поддержка финансовая, ну и, конечно, настраиваем власть на местах. Валерий Васильевич многое делает для того, чтобы курорты развивались, и поддерживает, и защищает всегда тех, кто вкладывает в Дмитровский район. Поэтому вот такое настроение нам нравится, такой подход мы считаем ответственным, профессиональным. Конечно, хотелось бы, чтобы склоны не только в выходной день принимали по 8 тысяч, вот мне Максим Валерьевич сказал, 8 тысяч в выходной день бывает, до 8 тысяч. Хотелось бы, чтобы это было регулярно, чтобы люди оставались, планировали свои выходные дни на 2-3 дня здесь. Для этого должно быть все на уровне. И сервис, и доступность, о которой я сказал.